Так, доброе утро. О, ребят, всем привет! С вами я, Тимур, вы на канале «Житель деревни». И сегодня отличный день. Мне сообщили то, что сегодня будет ярмарка на главной площади. Вот. Ну, вот, давайте возьмем с вами. Вот я, смотрите, телефон себе купил, накопил вот изумрудов. Давайте возьмем их. На работе накопил, вот, давайте возьмем, пойдем на ярмарку с вами, пойдемте. Так, давайте, где тут у нас главная площадь находится. Так, о, а вот и ярмарка. Здравствуйте, здравствуйте, вот я что продаю. Хорошо, давайте посмотрим, что вы продаете там. Я лучник, я продаю... Луки, стрелы. А, ну, мне пока не нужно. Так, давайте посмотрим вот этого. Здравствуйте, здравствуйте. Я картограф. Так, можно, пожалуйста, книгу с пером? Да, конечно. Сколько стоить будет? Будет стоить 4 изумруда. Хорошо, давайте сейчас дам вам 4 изумруда. Так. Где она, книга с пером? Сейчас ее возьму, я просто не очень... Так, а, вот, давайте я вам дам. Сейчас изумрудов. Так, 8. Так, немного убрал. Все, 4. А, я вам сейчас дам. Вам дам сейчас изумрудов. Давайте. Вот, пожалуйста, вам изумрудов. Берите, спасибо, можете забирать. До свидания, до свидания. Так, вот сколько у меня осталось? 24 штуки осталось. Ага. Хорошо, так, здравствуйте. А, я же вас уже беру точно. Так, ну давайте. Здравствуйте, здравствуйте, я рыбак. Ну, тогда можно, пожалуйста, одну удочку? Хорошо, это будет стоить 5. Это будет стоить 5. Изумрудов. Хорошо. Так, дадим сейчас тебе 5 изумрудов. Вам. Вам, то есть. 5 изумрудов. Так, вот. Вот, пожалуйста, 5 изумрудов. Спасибо, можете забирать удочку. Спасибо. До свидания, до свидания. Так. Ты кто? Так, здравствуйте, здравствуйте. Я выравниватель, тут камни выравниваю, работаю в пилочной. А, в пилочной, ну, мне у вас пока что ничего не нужно. Так, ну да, мне ничего не нужно пока что у вас. Ой, извини, житель, да ничего страшного. Так, хорошо. А ты у нас кто? Я отопительник, еще еду продаю. Ну, давайте тогда мне 15 уголька штук. Сколько будет стоить? Это будет 10 изумрудов стоить. Хорошо. Давайте сейчас я вам отберу 10 изумрудов. Так, 7. И вот все, 10. Так, вот, держите ваши 10 изумрудов. Спасибо. Можете забирать. Угу. Так, сейчас 15 угля отберу себе. А вот, 15. Давайте сейчас вот так сделаем сюда. Это, вот так, это. И вот так. Так, все, спасибо. Вот. Так. Что еще? Я уже у тебя забываю. Так, у тебя тоже. Ну, давай у тебя что-нибудь возьмем. Давай. Так. Давай возьмем у тебя. Ну, плиты из кирпичей каменных. Мне, пожалуйста, 10 штук. Хорошо. С вас 9 изумрудов. У меня осталось 9. Хорошо. Вот, пожалуйста, вам мои изумруды. Спасибо. Свидание. Так, давайте я отберу себе 10 штук. Так, вот так.
О, все. Так, вот сейчас сделаем тоже, как с углем. До свидания, до свидания. Так. Что тут, собственно, так. Я у вас больше ничего не буду брать. Так, сейчас посмотрю, я у всех купил, кого хотел. Так, здесь я уже нет. Здесь я купил, да. Больше не буду. Так, здесь у тебя вот купил. Здесь не буду. Ну, потому что мне не нужно пока... А, я здесь только что смотрел. И вот, да, все. Ну, вот так, у тебя тоже. Так, ну, ладно. Тогда ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вот такой я купил. 15 угля, удочку, книгу с пером и 10 каменных кирпичей. Плиты с каменных кирпичей. Так, давайте сейчас... Ой, я запутался. Мой дом там. Давайте сейчас мы с другими сделаем эти. Вот у меня... плиты, они же там были из каких-то других, из какого-то другого материала. Давайте такие сделаем. Вот. Да, вот здесь моя кузница. Сделаем вот такие покрасивее будут они смотреться. Так, давайте вот такие сейчас, а мы сейчас сделаем из каменных кирпичей плиты. Так, вот так вот давайте поменяем. Красиво, ведь же. Для меня красивее вот эти, чем которые были. Так, так. И давайте еще сделаем вот здесь вот так вот. Ну вот, вот готово. Ну ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, я вот все, что я накупил, сложу сейчас сюда и пойду работать. Рабочий день же не отменяется из-за ярмарки, вот. Так, давайте возьмем и пойдем работать. Мне, конечно же, за это деньги дадут. Вот, вот здесь вот невспашенный огород. Вот так вот. Вот так. Так, вот так вот. Вот здесь вот давайте. Здесь мы посадим с вами морковку. Так, вот так вот. А здесь картошку. Ну, всем хорошего дня. И всем пока.